Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Здравствуйте. Получите, пожалуйста, наш буклет. Тут можете зайти на сайт ФССП, можете скачать приложение и проверить себя. Фамилию, имя набираете, и там все выходит, если у вас имеется задолженность. В Туве стартовала общероссийская акция судебных приставов «Узнай о своих долгах». Сегодня судебные приставы Тувы объединили все свои усилия, чтобы рассказать жителям региона, как легко можно получить информацию о задолженности и оплатить ее через информационный сервис Федеральной службы судебных приставов России или мобильное приложение ФССП, не тратя времени на личное обращение в службу. В связи с увеличением количества исполнительных производств, которые находятся на принудительном исполнении в территориальных отделах Управления Федеральной службы судебных приставов, общее количество уже превысило отметку за 260 тысяч исполнительных производств, а общая сумма, подлежащая взысканию, достигает 10 миллиардов рублей. Руководство Центрального аппарата ФССП России в Москве инициировало информационную акцию «Узнайте о своих долгах». Акция проводится в местах массового скопления людей. Например, в городе Кызыле это три точки: торговый дом Алексеевский, Империал, а также площадь Арбата. Также горожанам на Арбате оказали консультативную помощь в пределах компетенции ведомства. Сегодня мобильные пункты акции «Узнай о своих долгах» разместились на площадках одних из самых популярных общественных местах региона, что особенно актуально в преддверии майских праздников. Департамент городского хозяйства мэрии города Кызыл информирует о том, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 25 апреля началось выполнение работ по ремонту дорожного покрытия улицы Мостовая. Подрядная организация выполняет устройство асфальтобетонного покрытия по одной полосе без перекрытия движения транспортных средств. Столичная администрация призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения. Напомним, что всего в текущем году на территории республики приведут в нормативное состояние 22 дороги, в том числе 12 кызыльских улиц с общей протяженностью более 41 километр. В связи с предстоящими майскими праздниками и репетицией парада ко Дню Победы мэрия города Кызыл информирует граждан о временном снятии движения транспортных средств. Так, с 1 мая с 8 утра до 16 часов будет перекрыта улица Ленина, начиная от улицы Каахем до Гагарина. 3 мая с 8 часов утра до 12 часов дня улица Ленина будет перекрыта от улицы Каахем до Интернациональной. 6 мая перекрытие будет с 8 утра до 14 часов дня на улице Ленина, а именно от пересечения с улицей Тувинских добровольцев до пересечения улицы Гагарина. На улице Тувинских добровольцев от пересечения с улицей Кочетова до пересечения с улицей Комсомольская. Ну а 9 мая перекрытие улиц будет с 7 утра до 18 часов вечера. На улице Ленина от пересечения с улицей Каахем до пересечения с улицей Гагарина, на улице Тувинских добровольцев от пересечения с улицы Кочетова до пересечения с улицы Щетинкина-Кравченко. На улице Титова от пересечения с улицей Кочетова до пересечения с улицей Щетинкина-Кравченко. На улице Комсомольская от пересечения с улицей Щетинкина-Кравченко до пересечения улицы Ленина. «28 апреля православный мир отметит свой главный религиозный праздник – Пасху. На праздничном пасхальном столе присутствуют традиционные блюда, такие как пасхальный кулич, крашеные яйца и пасха, приготовленная обычно из творога. Красноярскстат подсчитал затраты на пасхальный стол в трех регионах. В Туве в марте этого года по отношению к марту 2018 года цены на продовольственные товары увеличились почти на 5%, в том числе на основные ингредиенты пасхального кулича и пасхи. Повышение цен наблюдалось на сахар, муку пшеничную, масло сливочное, творог и молоко. Отмечено снижение цен на яйца куриные. Пасхальный стол богат различными блюдами, в том числе из мяса и рыбы. В марте текущего года цены за 1 килограмм бескостной говядины составили более 370 рублей, свинины бескостной – 350 рублей. Стоимость 1 килограмма кур охлажденных и мороженых сложилась в размере 178 рублей. Рыба охлажденной мороженой, разделанной лососевых пород – более 600 рублей. И о курсах валют. Доллар – 64 рубля 67 копеек, евро – 72 рубля 11 копеек.
Одеваемся по-весеннему? Нет. Одеваемся по делу. Магазин «Химтоп». Надежная спецобувь, качественная спецодежда, рабочая, медицинская. «Химтоп». Юна Курседи 103/2. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Ики това. Намасте. Меня зовут Биту Малик из Индии. Дорогие друзья, мы все вместе приготовили совместную песню, так что всех вас ждем. 28 апреля в ДНТ. Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с выходом в интернет от 10 999 рублей. Ценолом. Современный телевизор в каждый дом. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». С 15 апреля по 31 мая включительно Кызыльское президентское кадетское училище проводит прием документов от родителей, законных представителей кандидатов, изъявивших желание поступать в кадетское училище, сообщает на сайте учебного заведения. До поступления отбираются кандидаты, изучавшие в общеобразовательных учреждениях один из иностранных языков, преподаваемых в училищах – английский, немецкий или французский. Прием в училище осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации, имеющих соответствующее классу поступления уровень образования и возраст, а также предоставивших заявление о приеме на обучение. С 24 апреля в Тесхемском районе проводится заключительная дезинфекция камерным методом в 22 очагах туберкулеза. Договора на заключенную дезинфекацию в очагах туберкулеза заключены с четырьмя районами – Чедыхольский, Тесхемский, Баронхемчинский и Чаохольский. Фактически, заключительные дезинфекации камерным методом на настоящее время проводятся только в двух районах республики. В Чедыхольском проведены в 36 очагах туберкулеза. В Тесхемском проводится с 24 апреля в 22 очагах туберкулеза. Договоры по проведению заключительной дезинфекации имеются по Баронхемчинскому району на 8 очагов, по Чаохольскому на 22 очага. Заключительная дезинфекация камерным методом проводится только в теплое время года, и поэтому необходимо незамедлительное решение данного вопроса. Также дезинфекация камерным методом проводится на территории Кызыла. За плечами участие в региональном фестивале «Бриллиантовые невесты Тува-2019». Теперь победительницы конкурса уже вплотную готовятся к тому, чтобы представить республику на всероссийском этапе фестиваля «Бриллиантовая невеста России-2019». Напомним, что 15 мая в городе Астрахань Гюльнаре и Ульяне предстоит сразиться с победительницами всех регионов страны за право называться бриллиантовой невестой и женой России. Поэтому сейчас девушки активно готовятся к фестивалю совместно с организаторами проекта в республике. Туфли, макияж – все должно быть в идеальном состоянии. Поддержка для участниц нужна и важна. Теперь им выпала честь представлять свой регион во Всероссийском фестивале, который пропагандирует семейные ценности уже не первый год. Региональный этап для Гюльнары проходит при активной поддержке ее семьи. Лично у меня команда «Моя семья». Вот это да. Да, все мои дизайнеры, режиссеры – моя семья. Жена брата, мама – самый главный режиссер. Да, муж все это воплощает, делает. То есть этот конкурс нас сплотил. По словам участниц, фестиваль дал им возможность найти подруг, условия для личностного роста. Как отмечает бриллиантовая невеста Тувы Ульяна, жесткой конкуренции в фестивале не было. У нас такой конкуренции нет в конкурсе. Да, мы в основном все дружим. Со стороны представляется, что наоборот, нет? Нет. Это, во-первых, не конкурс красоты, но это просто фестиваль или проект, направленный на пропаганду семейных ценностей. Организаторы фестиваля совместно с участницами осознают колоссальную ответственность, которая возлагается на них.
потому как победа в этом фестивале означает то, что в следующем году он будет проходить в Туве. Это своеобразный бриллиантовый туризм, это уже как событийный туризм наш фестиваль, потому что одновременно с разных городов России приезжают организаторы, приезжают победительницы со своими мужьями, со своими группами поддержки, и поэтому здесь и сейчас это может быть такой, такая точка для развития экономики республики тоже, если мы проведем финал России здесь у нас. Ну и, соответственно, нужно понимать, что это огромная честь, и в то же время огромный труд, чтобы провести и встретить у себя финал России. Это порядка там 100 с лишним человек. Это их проживание, питание, трансфер. Это развлекательная экскурсионная программа. Это зал, это артисты, это программа. И это мы должны будем показать именно все достопримечательности нашего региона, показать нашу самобытность, нашу культуру, для того, чтобы каждая участница увезла с собой вот эту частичку Тувы, она влюбилась в эту Туву и хотела опять вернуться к нам в Туву уже в качестве просто туриста. И чтобы достойно выступить на всероссийском этапе, девушкам нужна спонсорская поддержка, которая не только поможет им в завоевании победы, но и способствует продвижению бренда Тувы. Хотели бы попросить о помощи, спонсорской помощи. У нас есть коммерческие предложения по поводу того, что как мы вам можем быть полезны на российском уровне. Не то, что мы только здесь можем вас прорекламировать, а это уже все организаторы, все участницы с разных регионов России смогут разместить у себя посты в социальных сетях, на федеральном сайте разместить. В то же время мы можем сделать какую-то серию акций с участием девочек, да, либо наших победительниц, либо участниц финала России. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные». Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, ночью повсеместно, днем местами небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, гроза. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма.